Здравствуйте, уважаемые друзья! Не забывайте делиться своим мнением в комментариях, а также подписаться и поставить лайк. Всегда хорошо знать несколько трюков, чтобы облегчить повседневную жизнь. И как мы все знаем, ванная – это комната, требующая дополнительных усилий, когда дело доходит до чистоты. Итак, вот несколько дешевых и эффективных трюков, которые помогут упростить процедуру уборки и сохранить вашу ванную комнату в чистейшем состоянии. Очистка крана. У вас только что закончились туалетные принадлежности для уборки? Ну, это не имеет значения. Мы все знаем, что лимон может быть очень эффективной и экологически чистой заменой чистящего средства. Но то, что вы, вероятно, никогда не думали использовать, это старая добрая зубная паста. Попробуйте положить немного на губку и протирать ею кран. Чистящая способность зубной пасты действительно впечатляет. Она хорошо справится с задачей, и вы будете поражены результатом. Для всех ржавых поверхностей есть один домашний продукт, который вы можете применить, и он действительно эффективен – это кетчуп. Пусть побудет некоторое время, а затем вытрите остатки губкой или тряпкой, это также просто. Мыло. Разве вам нравится, когда ваш кусок мыла становится сырым после того, как долгое время лежал в мыльнице, заполненное застойной водой? Ну вот, подсказка, которая все изменит. Натяните две резинки с обоих концов мыльницы, и она останется сухим и твердым. Другая хорошая вещь в этом трюке заключается в том, что вы в конечном итоге тратите гораздо меньше мыла, так как оно больше не растворяется в воде. А что об этом думаете вы? Пишите в комментариях. Обязательно делитесь этой записью с родными и близкими. До встречи в новом видео.